Это очень важно, когда мы говорим правдивые слова. Where is that real truth available from? Откуда можно получить истинную правду? From the Lord, Krishna. От Господа Кришны. Krishna says, "Mata partham tarnyat kinti sati dhananjay." The real truth, the highest truth is coming from me. Кришна говорит, что высшая истина исходит от меня. So speak words that are truthful. Итак, произносите правдивые слова. So this should be very, very clearly understood. И это необходимо понять очень четко. The beginning of truthfulness is accepting the words of the Lord as they were spoken. Начало правдивости — это повторять слова, которые были произнесены Господом. An extension of that is accepting the instructions as they were given. Далее принимать те наставления, которые нам даются, как они есть. An extension of that is being truthful in our behavior with other Vaishnavas. Следующее — это быть правдивым в поведении с другими Вайшнавами. Truthfulness is one of the four ingredients of religion. You know that? Знаете, что правдивость — это один из столпов религии? You know that? And Kali-Yuga, truthfulness to some degree is still there. И в Кали-Югу до какой-то степени присутствует правдивость. The last leg of religion still there in Kali-Yuga. Это последняя нога религии, правдивость. That means that if we present the truthful philosophy of Godhead, some people will take to it. Это означает, что если мы будем проповедовать правдивую философию Господа, то какие-то люди обязательно ее примут. Like all of you, you are not allured into Krishna consciousness by some false promise. Например, все вы, вас же не привели какими-то ложными обещаниями к сознанию Кришны. Did anyone ever tell you, become Krishna conscious and you'll get a ticket to America? Кто-нибудь вам говорил, проповедовал так, что если ты придешь в сознание Кришны, тебе там дадут билет в Америку? Did anyone tell you that? Такое было, нет? No one told you that. You were clearly told this is the philosophy and you still got attracted to it. Вам четко изложили суть философии и вы увлеклись ею. Even though you had a completely different background. Хотя, если посмотреть ваше прошлое, то там совершенно другие цели и ценности. Even though the philosophy of that first hearing must have sounded almost impossible to execute. И даже хотя было так, что когда вы услышали эту философию, вам показалось, что ее очень трудно, невозможно исполнить. But because the truthful message was presented, therefore the sincere seekers have taken to it. Но так как правда была представлена без искажений, то искренние искатели правды, они приняли ее. In material world, people do not know what's the meaning of pravda. В материальном мире люди не знают, что такое настоящая правда. Just like in Russia, they have a paper called Pravda. В России есть такая газета под названием Правда. It was the leading paper in the communist days. Это была самая известная газета во время коммунистического строя. Да? I'm sure you must have read a copy of that in Kazakhstan also. Наверное, в Казахстане подобное было, да, раньше. So they called it Pravda. Итак, название газеты Правда. So was that Pravda? Но была ли там Правда? Is today's Pravda Pravda? Сегодняшняя правда — это правда или нет? Нет. Наша Бхагавад-гита — это правда. Бхагавад-гита — это real правда. Бхагавад-гита — это настоящая правда. So the point is, real правда is the real truth. Правда — это истина. So Krishna says, one of the austerities of the книги, но кто будет их читать? We tend to doubt the value and the potency of the truthful message of Godhead. Мы иногда сомневаемся в ценности и силе послания Бога. But we should not do that. Но мы не должны сомневаться. We have to have faith that if the truthful message of Godhead will be presented, the sincere seeker will take to this path. Мы должны иметь веру, что если представить правду так, как она есть, то искренний, тот, кто ищет искренний, он примет ее. So speak words that are truthful. Итак, произнесите правдивые слова. At least when you're dealing with Vaishnavas. По крайней мере, когда вы общаетесь с Вайшнавами. At least when it comes to applying the philosophy. По крайней мере, когда дело доходит до повторения философии. At least when it comes to following the spiritual instructions. По
крайней мере, когда дело доходит до следования духовным наставлениям. So practice truthfulness. Итак, практикуйте правдивость. Prabhupada once told a story that there was a professional thief. Прабхупада рассказывал историю об одном профессиональном воре. So he had gone on a pilgrimage with his friends. Он отправился со своими друзьями в паломничество. So he said, now I'm going on a pilgrimage to Haridwar. I'm not going to steal here, right? So when you go on pilgrimage, you have to be very saintly. Я отправляюсь в паломничество в Хардвар, и я, конечно же, не могу воровать. То есть я должен на время забыть о воровстве. But he had this habit of stealing. Но у него была эта привычка воровать. So he didn't know what to do. И он не знал, что делать. So while everyone was sleeping in the night, he got up in the night. И так, когда все уснули, он перспективно проснулся ночью. He went to everyone's bed, the suitcase, in order thinking he should steal it. Он подошел к сумкам и уже хотел там взять что-то оттуда. But he said, no, I'm in a holy place, so I should not do it. Он подумал, ну нет, я же в святом месте, нельзя. So what he did? He took A's luggage and kept it near D's luggage. He took D's luggage and kept it near C's luggage. He took D's luggage and kept it near in the other corner. Я он просто что делал ночью, он брал одну сумку, ставил ее на место другой, потом брал ту, ставил на место другой, все перемешал. So in the morning when people got up, everyone saw his luggage was missing. And so his luggage, somebody else's luggage was there. И когда люди утром встали, они увидели, что вместо их багажа там другой. So then they were all surprised. Then the thief admitted. He said, I'm in the habit of stealing. So here I didn't want to steal, so I just mixed everyone's luggage around. И тогда вот признался, ну я не могу, у меня такая привычка воровать, и чтобы не воровать, я просто все переставил. So, we all come from a background of untruthfulness. Итак, мы все происходим из такого, у нас все прошлое, оно не связано с правдивостью. Правда? So when we come to spiritual life also, it takes a little time to get adjusted to truthfulness. И когда вы практикуете духовную жизнь, также займет какое-то время, чтобы быть полностью правдивым. But we should practice truthfulness. Но мы должны практиковать правдивость.